А Бог не играет в кости и не гадает на кофейной гуще. И ничего он не предполагает, бросьте. Он точно знает все, как будет лучше. Не смотрит он по сторонам, все перед ним, как на ладони. Путь истинный показывает нам, но разглядеть его дано немногим. А мы не видим и не слышим Божий глаз. Мы сильно заняты утехами мирскими. Неважно Божье мнение для нас, ведь мы себя богами возомнили. Чуть что случилось, Боже, помоги. Прислушиваться к сердцу начинаем. А как поможет, мы стаем глухие. И путь свой грешный дальше продолжаем.